Найс! Еще 25 хп. Что ты творишь, Даня? Я не прощаю. Hello, man, с вами джентльмен, и я сегодня не один. Со мной сегодня Даня Обовин, и сегодня он неспроста здесь. Хотя ты ж тут живешь, это твоя квартира, это я скорее. Зачем тут вообще появился? Да я все крошки спихнул с футболки, можно теперь киберспортом заняться. Сегодня, друзья, я приму Данька в Saints. Сегодня, братик, ты поиграешь за нас Праг. Руки размяты, как говорится, КБ уже пройдено, можно начинать. Сегодня Даня будет играть против настоящих проигроков и за проигроков, за Saints. Буду бустить, получается. Напишите в комментариях, кого еще на данную рубрику позвать, кого еще принять можно будет в Saints. Ну а мы... Погнали тащить. Погнали кикать того человека, вместо которого сегодня будет играть Данек. И я тебе сейчас выдам клантек. Погнали. Я чисто этот, заменяю его, чтобы этот, не подумали, что мы там реально кого-то кикаем. Так, давай, брат. Стендов. Так, беру, получается, iPad. Дорогие друзья, 12.9, и сейчас. Да, да, все эти восхищаются почему-то. Так, все, Дань, давай. Я тебя сейчас добавляю в клан, пригласить в клан. Сегодня, Дань, ты будешь играть вместо Сида. Он не в сети, все! Выгнать из клана, смотри, он сейчас испарится. Осуждаю. Просто выгнать из клана. ГГ! Данек, поздравляем, ты новый игрок Saints! Первый праг прямо сейчас собрался! Что за фигня, вас випы какие-то вынесли. Это мы поддались. Друзья, идем уже на праг смотреть. Как же, Дань, ты себя проявишь, что ты думаешь? Будет? Ну, я не размят немного, я всего лишь одну КБ сыграл, поэтому если я после этой одной КБ всех вынесу, можно сказать, меня можно в киберспорт забирать. Погнали! Друзья, мы уже в лобби. Данек надел нашу аватарку. Мы приняли его в Saints, и мы готовы начинать. Первая карта провинции. Играем против Еротх. Но это киберспортивная команда, ты знал? Окей, погнали, друзья. Запускай. Дань, ты готов? Ты играешь на Бэплунту сейчас. Давай я научу тебя подсадкам. Короче, смотрите, идите сюда, все на мид, я покажу первую подсадку. Смотрите, идем вот сюда. Мид, вот сюда тройная подсадка. Тут всех вычисляешь, когда бустишься вот сюда. Ребята, поминайте, пацаны. Идем, вот тут, идем на мид. Вот тут подсаживаемся. Давайте на пистолетки такую завязаем. Да, я вам говорю, типа, такого вообще не... Или на пистолетке говно, да? Нет, на пистолетке это имба. Вообще, любая подсадка на любом раунде это дисбаланс. Я не знаю, почему в киберспорте не шарят за это. Так, окей. Тогда, Дань, иди под Б. Мы сделаем эту подсадку без тебя. Я ваш тренер сегодня. Погнали, погнали. Вадим, иди за мной! Вадим! Я иду. Я приду. Вы дураки? Вот, сюда. Я фу, это лонг. Это лонг! Ладно, я помогу встретить. Подвинься! Да боже! Окей, все, это лонг. Дали смок мид. Убиваем их! Убил! Есть, все, на месте. Убил второго! Моего добил! Данечек! Все, это смотри. Первый раунд! Все, видишь, они не спалили нашу подсадку на пистолетке, значит, эту подсадку можно делать еще раз. Дань, ты нашим новым капитаном будешь, слышишь? Так, смотри, закупайте М16, кто подсаживается. Давай, давай, я на подсад иду, у меня М16 с броней. Все, они сейчас вообще такого офигеют и будут потом юзать на всех турнирах и выигрывать турниры за вас. Дань, это что в чате написали? Это хейтеры, не слушай. А как подсадить? Да нет, так вы не умеете подсаживаться, вас надо обучаться. Все. Нет, я упал! Ребят, дуфу бы. Что они делают? А, это фу туней! Сэм! Троих убил, еще двое. Минус 50. Есть. Он на нож будет брать, убежал, Дань. Хана ему за это. Дань, давай! А, он за стенкой убил. Офигенно. Ну это киберспорт, тут все за стенкой убивают. О, авик есть у кого-то, можешь купить. Брат, ну мы в киберспорте без АВП играем. А кто вообще? Надо брать. Нет, я буду сейчас использовать. Нет, ты не будешь использовать, Сэп. Даня М40 взял. Я покажу, что надо использовать в это. Вы вплотную к стенке не вставайте, у вас из-за этого не получается буститься. Вот, все. А, вот. Сейчас выйду. Давай. Блин, что он делает? Они все. Нет, ты упал! Он вышел! Я бы его убил! Убил мид. Ладно, я на бэби. Просто с первой мне дают в лицо, будка. Дань, давай. Ай, найс, хаешки и стенка. Ладно, подарили один раунд, нормально. Все, Дань, давай тактику я тебе скажу сейчас. Ну, я капитан все-таки, смотри, Дань. Иди туннель с дробовиком просто и принимай всех, понял? Это 100% тактика. Все чисто тут. Я сейчас мухи килл дам.
Я... Еще мид, еще мид! Минус 75 еще мид! Ой... У меня упор убивает Даня, короче. Ой, хана. Хана! 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 Найс! Он бессмертен был. Еще 25 хп у типа. Найс! Что ты творишь? Я будку взял. Пачка на вкус. Что ты творишь, Даня? Я не прощаю. Ну это... Ну, конечно, мне надо поработать еще. А, блин, он на базе сейвит. О, смотрите за мной, смотрите за мной. За Ризаном. Ой, я не показал. Он хотел, как ты, понял, 740, но как-то понял, ты не ты, он не ты, сникерсни. Ребята, давайте ебем их нахуй. Повеселее, сука, собрани, сейвит! Как же неудобно играть, один дигл на старте. Меня лонг просто ебашит. Дал хае. Пацаны, это че? Нет, минус 58 лонг. Это квач забей. 2 в 4. Я не знаю, как все сдохли. Просто трэш, чуваки. Как мы слили форсу, парни? Алло, команда, Saints! Получилось, бывает. По собранию, ребят. Короче, занимание карты делаем сейчас. Короче, Даня, рашишь туннель, понял? Давай, давай. Я убил троих, их осталось двое. Делаем выводы. Витальти, мажор выиграли. Занимание карты, парни, давайте, погнали. Старт, подъем, слышь, мопед. Один хп он. Один хп он. Найс! Хорошо, Даня! Молодец! Найс! Показал и уничтожил! Хорош! Кулачок, кулачок, кулачок! Мы на лане уже. Даня, в общем, смотри. Приготовь флешку в небо. Понял? Смотри, я сейчас тебе покажу. В небо на мид. В небо на мид. Кидать? По колу. Зачем ты кинул, Дань? Вон, возьми флешку и он... убил. Зачем ты дал пиздел, молодый? Даня! Это ван вей смог не стоит. Забуститесь на меня. Ладно, я не затащил. Короче, зидал смог. Зря ты дал его, Крэлс. Он меня смог убил! Нафиг ты дал смог, Сэм! Все, штраф 500 рублей, понятно. Мина. Я убью сейчас Зиг. Найс. Туннели Зиг, туннели Зиг. Все, я погреб забрал. Найс. 3 в 1. Погреб. Первый ход. Хорошо, Даня, ты че, кул убьешь? Подержи тиммейтов, надо орать после выигранного раунда. Кулачок отбивай, запомни, это первое правило. Мотивация, Ты Алик взял. Так этот, Алик, ты хата, надо показать противнику. Ебать. Так, окей. Встаньте в пиксель на танцполе один. А че, мы пушли? На клумбу. Да, просто иди в туннель. Я полетел. Они мидл не выходили. Туннель 3. Еще одного убил, и пачка выбита. Два зиг. Короче, это фулл Б. Давай, Дань, покажи с АВП. Один туннель. Один хп. Сейчас пачка. Там просто пуля мимо него прилетела. О, хороший фан. Как думаешь, Дань выиграет? Да, заиграет. Это проклятый Алекс сегодня. Last round, все. Короче, пацаны, у меня будет очень жесткая тактика, которая разработана лично мной, и за Т-сторону на пистолетке я покажу вам. Нифига себе, Дань, нам как раз тактики на провинции нужны. Я уже старый, придумать ничего не могу. Он забайтил, как будто меня просто руки свои... Очень жесткая тактика, которая разработана лично мной, и за Т-сторону на пистолетке я покажу вам. Они все вон бегут. Туннель. Я приму. Первого убил. Хорошо, пачка выбита. Смотри, убил, ну. Фишечная, брат. О, найс. У меня Игрик, Тёма, Игрик. Я фулл. Убил. Я горю! Как я сгорел? Легендарный квач. Не, чел с первого хода пикает, забирает меня в спину. Блин, надо за Т. Брать пистолетку, короче, парни, смотрите, собрано сейчас. Тактика сейчас будет, 100% пистолет. Кто-нибудь купите смоук? Я куплю. Давай. Нам, короче, надо в тёмку идти всем, закрыть проход, и нам надо будет забуститься так втроём, там, на одну коробочку, и там полностью поинт будет видно. А, я понял. Пятером? Какую коробку он говорит. Ну да, может так. Давайте два зиг, три туннель. Буст. Поинт и буст. Вот сюда. Поставлю, давай, ставь плент и буст. Давай, бустись. Давай, Сэм. Все, отлично, я запустился. Видно плент? Да. Что за подсадки имбовые, Дань? Я же говорю, разработал. Все, звук. Лично для Saints. О, найс. Убил? Убил второго! Еще! Меня разменяли. Это что за имба бусты, Данек? Хорош! Кулачок. Все, пистолетка наша, друзья. Не пали эту тактику до мажора или что там у вас будет. Мы запонтизовали этот буст. ХЗН, РГГ не используйте. Все. Окей, гоу. Надоели синие скинчики? Время сделать их красными со Stand Fail. Залетай на сайт с моим специальным кодом, который добавит тебе халявные голдишки на баланс. Вводи его во вкладке «Бонусы» и вперед за арканами!
Попадай в ежедневный и еженедельный топ игроков и забирай халявные призы. А чтобы получить больше призачислений, воспользуйся кодом на плюс 15% к депчику. Свинья-копилка знает толк в приумножении голды, так что предлагаю сразу залететь в дабл. Сделать свою ставку и увеличить ее в 2 или даже в 14 раз. И не забудь, что копилка может разбиваться с шансом 1%, и участники получат голду. Удачи на стэнфейл, друзья! Но мы возвращаемся. Кролик. Семи, Дань! Ханаем, чекай. Вот так выкидываем. Да что? Отлично, калаш на старте. Какой авик? Сэм! Ты, блин! Надо было Сиду все-таки не кикать, видимо, а тебя! АВМщики, блин! Авик — это руина в команде, значит. Мы без АВП играем, согласись, Данек. Да не-не-не, иногда можно чисто разнообразие сделать. Вот. Выйду, миту бью. Ну да. Классный, ребят. У меня ВНВ, я ничего не вижу. Там лоу хп, минус 75. Надо договориться, надо вместе играть, Даня. Не соло плей. Пуэнту за коробками слева. А у меня взорвал вообще. Класс. Минус 50. Вау. 7-5, парни. Нам надо 3 раунда как-то дожать. Что у нас... Стой. Эко. Фулл эко. Я муху из-за. Еще один зиг. Вдвоем пикнули. Нас пачка не было. Он пикает. 27. За ближний. Да. Забей. Короче, надо бы выходить, а вообще не варить. Ну, я не знаю. Ребят, послушайте сейчас кол капитана. Даня, ты идешь в туннель вместе со мной и со Старфоксом. Вы как на пистолетке, короче, давайте сделаем. Давай. Это имба, так. Я так же с бустом? Можно так же с бустом сделать. Парни, Найс, проходите! Если я прыгну пиксель, ты пикнешь. Давай, Тём. Давай. Раз, два, три. Убил! Найс, жестко! Ой-ой-ой-ой-ой, Даня, ты видел эту раскинту сейнс, этот заход парный? Плохой это смок. Это сплит бэтлента. Очень плохой смок, меня сквозь него. Так видно. А как, Дань, ты же не научил смок кидать. Так я ты кидал. Ну а чё? У них сейчас экономики нет. Они могут сейчас туннель пушить аккуратно. Проблемка есть у меня. Они могли да, метал да. Убил. Найс, можно бейти. Найс! У вас минус 60 проходе был. А мы не зарубили. Найс! Хорошо, команда, Даня. Кулачок. Давай. Все хорошо, друзья. Last round, Дань. Есть какая-то тактика имбовая на last round? Есть, короче, тактика тоже посадки на меду с коробки на point. Давай! Куда? Давай. На эту коробку, погнали. Пока этот близко. Это четверной пуст? Да. Давай, Дань, запрыгивай. Я фул. Пушат. Убил. Стоим на этой коробке и все. Давайте, стойте, запрыгайте друг на друга. Охереть! Я все вижу. Да, я бессайт вижу. Господи, убил! Как же он охренел, наверное. Еще первый ход. Я могу забрать его. Найс! Что это вообще за тактики, Даня? Ты гений игры! Или что? Я просто в ахере, ну... Этот отдался вам тактиками. Ну погнали тогда на сент. Let's go, дорогие друзья, во вторую каточку. Так, друзья, мы уже во второй игре, Даня. Где ты играешь вообще? Я где угодно. Я на данном бэл, скорее всего, буду играть. Даня, громче говори, не слышу. Мы не играем. Пачка? Есть. Это фул. Убил еще один тёмка. Да, все, найс. Я не смог хоть положить. Убил, КТ, чё запушил? Найс! Кулачок, Даня, это пистолетка за нами, дорогие друзья. Они вниз летят? Найс! Куда вы летите, ребята? Обовин игру читает полностью, вообще как книжку. Может, со мной в Казань полетишь, на ладно? Ребят, получается, Сида все-таки кикаем. Ого, прокид сейчас мой фирменный, который через... А, фирменный прокид. Идите на Абу Кинтиха, я с Абу на топ-мид. Типа вот такой? Да, на прострел. Ладно. МТ, не повезло там, ребята. Ну, мисс первый. Вообще без шансов. Лоха поубил. От третьего. Они не ждут тебя, пусть. Убил. Пиздец! Что это было вообще? Контроль аутсайд. Но! Все, давайте руту, давайте. Блин, вышел тут на лестнице. Убил под окном. Что, блядь? Я обосрался, у него пачка кишка. Нет, у меня... Хорошо, Даня! Хорошо, друзья! Кулачок отбиваем. Короче, эта катка, походу, с такими бустами 10-1 будет.
Зик, у вас Зик и мид. И тут близко, Абу где-то, нет? Меня стека убили в смог. Нет, тут надо сейвить было, ребята. Мы еще выиграем. Карман. Дефы, 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 дефы. Дефую, дефую. Найс. А два, один! Я успел задефать, что за ретейк бешеный, просто отдали БСТ, чтобы заретейкать его потом, Даня! Короче, они сейчас пойдут, можно сейчас... Да-да-да, давай этот буш сейчас, кулачок! Давай-давай. На спальне сейчас. Вот-вот спалили. Да-да, реально так. Про матч. Ниндзя диффуз. Успеет! Нее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 eee Хорошо! Как же хорошо это было, Дима! Блин, Даня, у меня в конце игры спина отвалится. Я тебе серьезно говорю. Зато будешь готов к любым условиям на лане. Пушат, пушат. Не пушат, нет? Стрелонка и один Тём. Он мне с первого лицо поставил. Тёмка. Ставят, ставят. Это не он ставит с диглом. Ниндзя, ниндзя, лягушка! Лягушка, ниндзя! На! Хорош, Данёк. Чё ты творишь вообще? У тебя почти 2 КД. Как ты играешь так? Научишь молодое поколение? Они чё, гранаты дюпают? Может, они себе в настройках за Т поставили бесконечные гранаты? Здесь гранат пролетел на колено. Ладно, это клатч. Что за киберспорт пошел от них? 6 раундов, это нормально. Мы же заберем 4. Ну да, вообще идеально. Есть тактика за Т у тебя на пистолет? Пятером Тёмку. С теками? Да. Давай, погнали. Убил. Убил второго. Найс! Что это такое? Раз его от пятером. Да что это? Что это такое? Ло хп, хелпа, минус 53 хелпа. Он где-то справа что-то подобрал, да? Да. В кармане? Наа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 аa Его будут делать эко, либо опять говнобай, поэтому сейчас надо просто заколдить и выйти на месте. Подождать их под пушкой, все, парни, батим на гранату и выходим, а все вместе, да, работаем, Сейнс! Парни, вообще заходите апсы или нет? Ой, что? Алло! Что? Что это? Это что? Ой, я почти, это такой прикол, два колена, мне просто сквозь набойти. Него пули пошли. Не фула, не фула. Ну да, не бы попал в такую ситуацию, не знаю. Найс! Раскидывает, пацаны, там. Артёмка, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой! Вадим! Это было жестко. Это было реально жестко. Все, Дань, решающий раунд. Нельзя заруинить, у них экономика сбилась. Все, идем 4А. Вадим соло под Б. И даем хаяпсы просто вчетвером. Дань, понял? У меня нет. Хаяпсы надо. У меня тоже нет уже. Как это нет? Что вы купили? Валики, что ли, взяли? Да. О, боже, ладно. Убил! Найс! Проходи, проходи, я взял тебя. А ты соло справишься, брат. Справился. Я же говорю, ну просто бог. Это факты. Всем бы такого капитана, серьезно. Найс. Я возьму, убью его, дай убить! Нет, как я не попал? Я не знаю. Один хп ровно. Я ровно. Клянусь, я стрелял прям в него! Данечек завершает этот фраг! 2-0! Дань, что это вообще было? Объясни, это как было, тебе? Это было легендарно. Ты лучше Вадима и Ризана сыграл. Чего? Думаешь насчет этого? Ну я этот, подкупил их, чтобы не так сильно играли. Вот что Сэм постоянно авик брал. Теперь понятно. Ну вообще, Дань, твои впечатления насчет игры в Saints? Как тебе? Понравилось у нас? Как тебе киберспорт? Лютый киберспорт, особенно посадочки, которые надо использовать на турнире. Да. Чтобы мы это смотрели и восхищались, как говорится, новым уровнем киберспорта. Дань, спасибо тебе
тоже, ты вообще офигенно сыграл. Твои тактики, это то, что нужно, знаешь, как будто бы использовать. Это новый уровень киберспорта. Это новая мета, будто бы должна быть вообще в киберспорте, в принципе. Друзья, ну а вам я хочу сказать спасибо за просмотр данного ролика. Тыкайте на вот эти два. Вот на этот и вот, да, вот на вот этот. Тыкайте, короче, на эти видосы, ставьте лайки, пишите, кого еще принять в Saints, с кем сыграть. Ну а с вами был я. И я. Пока!